Мы находимся на дизайн-конференции, и сейчас пройдем по нашим спонсорам и партнерам, посмотрим, что они предлагают, ну и вообще посмотрим атмосферу. Наши давнишние партнеры HardMassive вот представляют такую интересную глыбу или стол, я даже не знаю, что это такое. Смола плюс натуральное дерево. Обычно они угощают, девчонок-дизайнеров привлекают внимание. Камень в дерево, все вместе, все в одном. Здоровый тоже, слэп. В общем, ребята молодцы. Так, здесь целая футбольная команда. Made in Italy, кейс с ручками. Ручки для дизайнеров, чтобы можно было показывать клиенту и продавать, зарабатывать деньги, а клиенту поставлять качественную продукцию. Как все нормально у вас? Заполняете анкеты, собираете? Все прекрасно. Все отлично, дизайнеры подходят, лотерея есть? Целая, да, получается? Все супер. Вы получаете анкету, участвуете в розыгрыше. Мы сегодня разыгрываем классное итальянское вино и супер приз, это наш кейс. Отлично, здесь висят какие-то шкуры. Непонятно, интересно, что это, сейчас узнаем. Как тебе, теленочек? Шкаф, гардеробная. Не будем отвлекать. Шкаф, насколько я знаю, уже имеет своего хозяина, покупателя. Дизайн «Волховец» сделали специальную фотозону. Давайте посмотрим, как работает технология. Нарезается несколько слайдов и дальше потом склеивается. Ну, девчонкам очень нравится, для селфи отлично. Склеивается несколько кадров, да? Можешь показать? Да. Классная штука. «Волховец» сделали фотозону интересную. Ну, как у вас дела? Отлично. Все отлично? Все получается? Да. Собираете контакты, показываете коллекции. Классические, современные. Проводим конкурс на лучший пост, на самый креативный текст, фотографии будем дарить. Молодцы, идея супер, все классно. Спасибо за организацию. Отлично. Керамическая плитка, буклеты, завод. Надежность, качество, результат. Сегодня партнеры представляют керамогранит и обои. Пеночка, обои, акцентная стена, вазелина. Здесь никого нет, да, сейчас? Значит, друзья, Imaginarium делают очень интересные детали из металла, камня, стекла, собственно, производство и, собственно, дизайн. Пока не будем отвлекать. Красиво все, симпатично сделано. С жалюзи? С жалюзи, да. Да? Расскажете? Покажете? На чем специализируетесь? На ставнях. На ставнях? В чем особенность ваших ставней? Кстати, такие ставни очень часто ищут в проекте. Я лично искал для проекта, было тяжело найти, а вы уже делаете. Да, из чего они? Кто делаем. Я вас тогда не нашел. Они могут быть любого размера, да? Да. Из чего они делаются? Массива дерева, из МДФ и из пластика для внешних установок. Собирайте контакты. Конечно. Здесь что это? Элегран сделал зарядки. Такое место силы с зарядками получается. Сбор всех севших телефонов в одном месте, ну и дизайнеров по совместительству. А вот и сами ребята компании Legrand. Приветствуем. Приветствуем. Мне, кстати, нравится, да, что каждый практически участник что-то придумал и подготовил. Это очень здорово, да. А это раздатка, да, у вас, которую вы даете? Вот, все подготовились. Умные диваны. Здравствуйте. Как у вас дела? Что вы делаете? Мы представляем дизайн радиатора, полотенцесушителя, самый крупный магазин. Радиаторы, чем они знамениты? Тем, что они используются не просто как отопительный прибор, а именно как интерьер. Как пример получается. Да, интересно. Интересно, необычная идея. Вот слайн, да, или ржавый какой-то, да, металл? Варианты вообще различные. Камня и стекла. То, что предоставляет завод. То есть, если, допустим, у вас есть какие-то ваши решения, завод готов рассмотреть. Чье это производство? Это Россия делает. Мария, мы вас отвлечем на секундочку. Да. Мы к вам пришли, у вас так было столько всего интересного. Да. Расскажите нам, когда чем вы занимаетесь, что за компания, что вы представляете. Меня зовут Карпачева Мария, я руководитель бренда My Imagination Lab. Мы производим мебель из металла, индивидуальная, по индивидуальным эскизам и размерам. Плюсы в том, что клиент выбирает полностью столешницу, комплектующие, цвет металла, форму. Полностью со мной разрабатывает конструкторскую часть. Как отличить хорошее качество от плохого? Потому что профессионалы знают как. Постыком. А вот приведи пример, какие должны быть стыки? Это шпон, глубокий глянец, сикамора. Многие думают, это камень. Это срез дерева 4 мм. Вот это глубокий глянец. Чтобы вывести глубокий глянец, так, столешницу, но это нужно просто уметь. Здесь нет волосков, паутинок, каких-то пылинок, ничего. Соответственно, полированный нержавеющий сталь. У наших клиентов не возникает вопросов, а почему у вас углы с кругом идут внутри. У нас хорошие. У нас здесь вали, совершенствовались с 2015 года. Получилось, да? У нас были годы экспериментов, но сейчас, естественно, мы работаем на высоком уровне. Сколько стол такой, для примера, стоит? Консоль? Консоль 80 тысяч. А вот это что? Это настоящий? Это Патагония, это гранит. Работает красивый на просвет, очень. Его можно подсветить.
Драконикс, да? Да, да. Ручная работа, если вы обратите внимание, здесь 3D-объем. Все их тут нет. Все прожилки в 3D-объеме. Значит, художник берет стекло, полностью акрилом заливает руками, без всяких машин, без всего. После этого он заливает краску. И для того, чтобы сверху положить стекло и 3D-объем, мы фрезеруем полностью второе стекло. Боюсь спрашивать, сколько это стоит. 164 тысячи комплект. Вот если эти две, два стола, да? Комплект. Но если бы эти столы были даже с каким-нибудь дорогим камнем, они бы стоили 120, то есть дешевле. Это ручная работа просто. Спасибо. Спасибо большое. Как у вас дела с дизайнером? Все подходит, беру, смотрит? Беру. Все ваши хорошо? Визитки, контакты, да? Все беру, да. Все хорошо. Отлично. Куча нас есть обучают, интерес, да? Прямо здесь, да? Вообще прекрасно. Нет, во-первых, узнают, во-вторых, многие не подходят. Я объясню, почему. Это уже не на первой выставке. Они думают, что это Италия, что это привозное. Надо написать то большими буквами. Сейчас мне не нужна Италия. Просто нет, да. Made in Moscow. То есть это нужно писать. Я думаю, что... даже не надо писать, надо сфоткать стенд нормально. И чтобы было понятно, что это у вас делают. И тебя там как-то что-то делают. Ну или делаешь, или стоишь. Они думают, что это Италия. Не, вот сюда повесить. Я не в Италии, я у нас. Будет супер. Не надо писать, надо что не Италия. Фотка просто. Вот, все, это решит вопрос. Кстати, хорошая тема, что только из-за этого, получается, вы теряете. Это да. Правда. Это вот, ну, вот все, вам супер. Лайфхак. Спасибо. Сейчас находимся на первом этаже. Здесь стенд нашей студии. Показываем, рассказываем, консультируем, продаем. Сергей Тимофеев будет выступать сегодня. Готов? Все нормально? Ну, а что мне готовиться? Ну, конечно, да. Эксперт, профессионал. Продают ребята дерево, стекло в интерьере, обсуждения, профиля разные. Каре Ливинг. Специальная обстановка для дизайнеров. Готовые предметы интерьера и целая обстановка, сделанная немецкими дизайнерами. Вот здесь интересная тема. Виртуальная реальность. Здесь можно, что мы сейчас делаем, берем предметы, кидаем, ходим, смотрим, все как в жизни. Рассказываем, все, общайтесь. Да, здесь у нас компания Алекс. Расскажите, что делать, чем занимаетесь. Наша компания – это эксклюзивный поставщик трех брендов немецких. Минео, Хара и Терхерне. Это знаменитые бренды. Они входят в пятерку практически. Доска, инженерная доска, виниловые полы. И есть еще своя эксклюзивная дизайнерская коллекция. Отлично. Которые используются лучшие наработки, которые есть в дереве, ламинате и виниле. Какое, по вашему мнению, покрытие самое интересное? Самое интересное – то, что вы взяли. Самое необычное это вот супер. Это, да? Это необычная история. Торцевая. Это торцевой паркет. Он есть еще вот в таком виде. Это бесцветный под лаком. Это то, что они начали делать. Mm-hmm. Но это не отдельные квадратики. Это инженерная доска 180 на 200 миллиметров. Доска готовая к укладке. И сейчас сделаны три новых дизайна под маску. Делает никто в Европе, ну и никто в России. Супер. Поэтому контакты эксклюзив. Собираете дизайнеров? Мы очень рады, что мы участвуем в дизайн-конференции. Самые дизайнеры собирают наши контакты. Вот что радует. Ага, в отличие, ну, от многих других выставок. Это, кстати, где да. Приходится каким-то образом просто чуть ли не затаскивать, я извиняюсь за выражение. Отлично. Поэтому мы очень довольны. Покрытие, да, получается, различные декоративные. Можно сделать и рисунок, и необычные такие. Тема. Мы сами производим в России декоративную штукатурку. И сами наносите. Да, мы единственная компания в России на данный момент, которая занимается от начала до конца, от производства до нанесения непосредственно покрытия на стену. Да, а то обычно купишь, и кто-то там будет с Авито тебе делать. Работаем мы по всей России, то есть мы везде открываем собственное представительство. Mm-hmm. И тем самым организовываем движение дизайнер-дилер. Работаем без посредников, каждый дизайнер может напрямую работать с заводом-изготовителем. Что это дает? Это дает стартовую скидку 30% бонусов, ага, с покупки материала. Это когда есть возможность самим себе там поставить в офис, да, и да, показывать, да, клиенту, да, сразу же, да, уже на реальных образцах. Да, очень здорово, да, для вот тех, кто также использует. Из новинок хотел бы вам продемонстрировать. Да, давайте. Наш материал, который все называют микроцемент, но дело не только в микроцементе, а в самом защитном лаке, который используется для этого покрытия. Этот лак, гарантия 5 лет, используется на фартуке кухонь, ванная комната с прямым контактом. Его можно использовать не только в паре с микроцементом, но и с любым другим декоративным покрытием. То есть с шелком, с песочком. А он отличается, да, по составу или нет? Именно сам вот этот микроцемент? Да. Микроцемент, да, это от обычной штукатурки. Да, потому что микроцемент, он марка C600, это очень прочное покрытие, по которому можно резать. А ножом. Сколько такая штука стоит? Квадратный метр материала 1500 рублей. Работа, ну, в каждом регионе по-разному. Ну, вот. Примерно в Москве сколько? В Москве мы берем за стену 1000 рублей за квадратный метр, за пол 1500 рублей. То есть 2500 под ключ, да? Да, по примерно стене. И под ключ. Подготовка должна быть под стену должна ровно. Быть максимально идеально.
контакт. Супер, спасибо, да, отлично. Контакты берете, все хорошо у вас? Да, все, все нормально. Да. Ладно, рад за вас. Базальт компания, квест, давление различного формата. Есть грубое, кстати, красивое, только пораниться можно. Хотя нет, нормально, безопасно. Возможно делать различную вытолку. То есть помимо того, что просто много камней, как у всех, можно еще дополнительно сделать фактуру. Это мало кто делает. Выглядит это очень свежо и интересно. Здравствуйте, да, у вас что здесь? Расскажите еще немножечко нам для интервью. Компания Кронашпан, производитель ламинированной плиты, ДСП. Для мебели используется, да? Да, мы производим мебельные плиты, то есть наши клиенты – это мебельные фабрики, конечно же, торгующие предприятия, кто сможет потом продавать уже в розницу. Поэтому для дизайнеров мы всегда хотим показать весь ассортимент. И возможности, чтобы... что с ними сделать, да? Да, можно? Конечно же. И некие такие вот по сочетаниям даже, да, идеи. А кто в основном покупает, на какие проекты? В частности, это, конечно же, мебельные фабрики, у которых идет очень много, да, продукции, скажем так, конвейером. То есть это практически кухня, на год. Шкафы. Кухни, да, шкафы, вот корпусная мебель из ДСП, из МДФ это фасадные шкафчики мы открываем, да. Ну и сам ламинат это уже именно, да, для конечного потребителя готовый продукт. Как у вас идет выставка? Выставка хорошо, квест у нас интересный. Квест проходит, да, вы задание мы сделали. Задание сделали найти элементы из ДСП и из ДВП. Как справляется дизайнер у нас? Дизайнеры очень сложно дружат с материалом, они рисуют красиво. Очень интересно, когда в конце мы показываем, что правильный ответ из ДВП. Они так реагируют идеально, что мы это даже теперь еще и знаем, да? То есть это большая польза. Отлично. Из этого квеста. Ну, да, здорово, что активности есть, квесты, да. И вот привлекает у внимание. У нас подходят, да, соседние стенды и говорят, тоже, да, что же вы им задали, что они всю экспозицию, да, у вас проходят. Они ищут, как практически найди кота. Да, скажите, классная такая тема получается, да? Не просто там визитками обменялись, классная, а повзаимодействовали, да, поработали, да. Запомнили, соответственно, лучше. Да, и мы от них много узнаем, потому что запросы, как бы, да, они не в процессе сказали, а в процессе разговора они нам рассказывают, с каким конкурентом они работали, кто у них на слуху. Это вот мы. Какие страхи, опасения, желания есть, может быть, в этой теме, да? Вот. То есть в коммуникации мы тоже с ними, да, для себя узнаем. Да, интересно. Я рад, молодцы. И наши друзья рассказывают дизайнерам о различных профилях. С компанией Arlight мы уже снимали видео, и не одно видео. Вот сейчас есть новые профиля, которые представлены здесь. Широчайший выбор осветительного оборудования. Да, самый широчайший. Очень все красиво, технологично. Светильники, любая лента. Подробно о компании и особенностях есть на нашем видео, можно посмотреть. Как у вас дела? Все ли хорошо? Квест отлично. Работает, все, да, отлично. Квест работает, народ. Я вижу, вы уже насобирали тут. Да, целый, у нас, да. У кого визиток нет, производим визитки на месте. А, уже способом. Когда? Да. Супер.